Здравствуйте, рад приветствовать вас на канале LanTechnik. И сегодня я хотел бы вам представить фрезуру Tavator Suocone Mary Crusher MG 2.3DT. Финские фрезы-ротоваторы Suocone Mary Crusher серии MG предназначены для обработки поверхности почвы, а также для работы в глубину до 20 см. Используются в лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, строительстве для дробления пней, очистки территории от деревьев и растительности, расчистки сельхозугодий, посадок, планирования полевых дорог, зачистки строительных площадок, как было уже сказано, на глубину до 20 см. Давайте более подробно рассмотрим данную машину Suocone Mary Crusher MG 2.3DT. Данная машина эксплуатируется с малыми и средними тракторами мощностью от 50 до 180 лошадиных сил, но не более. Через вал отбора мощности трактора, карданную передачу, крутящий момент передается на центральный редуктор, который стоит у нас в центральной части. Вот он у нас. И через карданы крутящий момент передается на два редуктора, на левую и правую часть, через карданы, которые у нас находятся вот под этой крышкой. Вот кардан, защитная муфта ПОК 2, крутящий момент передается на боковой редуктор, который у нас имеет двухрядную цепь, приводную масляной ванной. Дальше крутящий момент передается на ротор. Ротор у нас имеет диаметр 400 мм, длину 2,2 метра, количество резцов 96 и рабочая глубина до 20 см. Полный вес машины 1750 кг. Требуемая навеска CAT-2, две пары гидровыходов при максимальной комплектации. Но в данной машине у нас одна пара гидровыходов для регулировки положения катка через гидроцилиндры. Требуемые обороты ВОМа 1000 оборотов в минуту. Рекомендуемая скорость до 500 метров в час. Держатели, мы потом рассмотрим их более подробно, установлены у нас STE. Резцы 84, 019, 25. Кроме этого, мы имеем в данной машине фронтальную плиту фиксированную, которая защищает трактор от вылетающих камней и растительных остатков. И каток диаметром 400, который у нас служит для заваливания деревьев при движении трактора назад и для выравнивание поверхности, измельченной поверхности и спущенной поверхности земли при движении трактора вперед. Параметры данной машины: ширина 2,7 метра, длина от защитной плиты до края катка 1,5 метра, высота 1,20 м, вес машины тонна 730. Давайте рассмотрим, какие виды держателей резцов могут быть использованы на машинах Suocone Mary Crusher MG 2.3DT. Держатели STD, которые у нас видно на этом стенде. С ним может быть использоваться резец 84-30. Вот он у нас. Также с ним может быть использоваться резец 84-006. И есть у нас еще держатели STE, который стоит у нас на данной машине. С ним может использоваться держатель 84-019-25. Он стоит на машине сейчас. А также может использоваться резец 84-006. Вот у нас. Характерной особенностью резцов 84-019-25 есть то, что они наиболее популярные и хорошо измельчают древесину,
и на данных машинах могут использоваться только с держателями STE, который стоит у нас на машине. Давайте более подробно рассмотрим предохранительные муфты, которые могут быть использоваться на данной машине MG2E3DT. На данной машине может быть установлено два варианта предохранительных муфт. FT44, это муфта с фрикционными дисками, и POC2, который стоит на данной машине и предназначен для защиты трансмиссии трактора и фрезы от перегрузок во время экстремальных остановок ротора. Данная защитная муфта запатентирована заводом Суоконе. Что она собой представляет? Это механизм, который сделан по принципу тормозного автомобильного диска с двумя суппортами. И поэтому и название POC2 и тормозными колодками, которые стоят в суппортах. За счет давления смазки внутри ПОК мы можем отрегулировать данную муфту на проскальзывание под трактора от 50 до 200 лошадиных сил, в зависимости от модели. Регулируется данная муфта давлением информационный пальчик, который у нас находится в этой части. Вот он у нас. Показывает, на какую мощность трактора отрегулировано давление в данной муфте. Через муфту крутящий момент передается через карданы на боковые редуктора. В случае проскальзывания муфты трактористу нужно снизить скорость и прокачать ПОК для восстановления давления внутри. Хотелось бы больше сказать о возможности переоборудования данной машины. Как было уже сказано, данная машина имеет систему Up-Rotation, движение ротора в направлении трактора и установленный противорез в фронтальной части. Мы можем переоборудовать данную машину без изменения конструкции в down rotation, то есть движение ротора в направлении катка. Для этого надо будет переставить противорежущий нож с фронтальной части в часть между катком. И при данной ситуации мы можем также укомплектовать ее еще валочной балкой помимо катка, которая позволяет заваливать деревья и облегчать работу машины достаточно на залесненных территориях. Данная машина дополнительно может быть укомплектована вот такими удлинителями. Они у нас устанавливаются на все три точки и позволяют нам увеличить расстояние между фрезой и трактором, соответственно удлинить кардан и уменьшить критические углы работы кардана, что тем самым увеличит срок эксплуатации карданного вала и позволит машине работать на разных глубинах без перегрузки карданного вала. Мы сегодня вас ознакомили с фрезой-ротоватором Суоконе Мэри Крашер MG2E3DT. Подписывайтесь на канал Ландтехник, ставьте лайки, будем рады вас видеть. В ближайшее время мы снимем видео с запуском и эксплуатацией данной фрезы на телескопическом погрузчике Merlot. Будет много очень интересного видео. До скорых встреч. Пока-пока.